Окей, посмотрим, что у нас здесь происходит. Привет, Ника. Как твои дела? Что ты делаешь? Расскажи нам. Я работаю, прорабатываю рабочие моменты. Вот как? Ты смотришь видео? Да, я смотрю смешные видео, и мне очень-очень весело от этого. Потому что это моя работа. Я сижу дома, хотелось бы сказать, нифига не делаю, но нет. Я отсматриваю, отыскиваю смешные видео, потом отыскиваю их авторов и лицензирую это видео. Я работаю в компании под названием Launchpad Entertainment. Мы занимаемся лицензированием видео и поставкой их на телеканалы различные, в шоу всякие, со смешными видосами. Вот, но я, конечно, напрягаюсь иногда от этого. Мне надоедает сидеть на месте, потому что хочется куда-то бежать, что-то делать.